Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Они пытались нас оклеветать. Не-не-не, нам 5 хилов здесь нужно. Так, здесь самое важное — это контроль. Это самое важное. У нас есть 4 лока, это 4 фера. Это уже хорошо. Маг, шип, я скажу, в кого давать. Никаких этих... Никаких ауешек. Точечно играть будете. Так, отлично, у нас есть бан. Просто не надо нам третьего танка. Там Тири, Шаку, Рога из меликов. Лучше спекнуть второго этого танка. Снова танк спекнешься. Плюс будет мастер аур. Ой, этот массакр. Так, так, так. Печенька. Где там Тири? Вот Тири. Это крест. Хорошо. Череп первый. Дальше у нас будет звезда. Дальше у нас будет рум. По контролю. Чё, Тири слетел крест? Саму хил, правильно. Да, саму это хил. Бриена — это у нас шипы. Шипы. Охренеть, конечно. После мага забирайте шипы. Первый хант. Какой-нибудь из друлей дадите сон по этому пупету. Дальше. Второй у нас будет маг. Третий шип, четвертый лок. По контролю. Мак, ты постоянно хиксуешь у нас. Ты хиксуешь у нас ромбик. Плюсик или что-то напиши там. Мак. Да, в десем. Дальше. Нузла. Поферяет у нас. Just Name. После этого Рога посидит на костах у мага. Рога, понял? У нас один полиморф. А, ромбик Сириса. О, стоп, господи, нет. У Рога, у тебя звезда. Звезда. Нузл. Just Name. Ты феряешь звезду по КД. Когда уйдет в диминишинг, Рога покикает косты. Маг у нас дает овцу в Сирису. Второй фир. Заюш. Контролишь луну. Уйдет в диминишинг, а ласт посидит на костах. Я не знаю, кого еще. А, нет, Микосик. Микосик, посидишь на костах у луны. Понял? Хорошо. А лока на полено поставил? Да, у нас сейчас будет лок Дес XC и вжух. Там зачем, банов, да? Разные диминишинги, или он один в любом случае уходит? Я сейчас объясню. Одного волка туда поставь, даешь один волк 3 бана подряд, после этого сдаешь 3 фира подряд. Значит, вжух. Потом опять 3 бана. Вжух. Вот так по кругу просто. Вжух на, и тогда на трусах. Вжух, слышал? Хорошо. Так, вроде по контролям все. Дальше. Корни. Пэту надо будет дать локовскому. Когтем ты можешь справиться с этим? Тебе надо будет дать слип хантовскому пэту и корни кидать локовскому. Такого вроде банить можно.
Хорошо. Тогда DSXC. DSXC. Слышишь? Ты банишь локовского поэта. Ты слышал? Если слышал, плюс поставь. Минус. Ты банишь локовского поэта. Теперь ты точно услышал. Угу. Хорошо. Так, присты. Void, Strixie, Silsan, Neoprist. Отдавайте, пожалуйста, по очереди фиры. Первый Void отдает, второй Strixie, третий Silsan, четвертый Neoprist. Вроде все по контролям рассказал, все есть. Да, только убедиться, что Мах понял. Что Мах? Овца и... Мах, ты же понял, что надо делать? Что я ты должен сделать? А, да, вот именно напиши, что ты должен я делать. Я ему написал, а он морозится. Просто это очень важный момент, Мак. У тебя там есть спелл, который превращает в овцу гуманоида. Тебе нужно запомнить в таргет Сирису и постоянно, да, превращение в него кастовать. Все. Сириса — это ромбик. Ромбик. Да, ему Сирису. РЧ. Череп. Весь рейд сюда идет. Где я стою. Метка череп. Начинайте отсюда. Примерно. Вам не нужно в одной модельке стоять, что у вас там лок зауешил с одного коста. А лаз туда грипнет. Там быстро зальете под бейлом. Танки ко входу. Ханта первого. Первый хант, да. Так, из танков. Я заберу... Ну, я Тирия заберу. И Ред заберет Вар. А, ты Шакова хочешь? Окей. Угу. Танк, тогда это снова танк, твой квадрат. Понял? РЧ на пул. Давайте, если все по контролям будет хорошо, босс легко убивается. Все, все готовы? Поехали. Пэты побежали за контроль. Нас диспельте, диспельте. И шаманы присты всегда диспельте таргет, который бьют. Ходки все. Капец там фустнейма завалить. Мага надо резнуть. Я в фере диспел. Сириса за фокус. У нас Сириса на фрикасте. Потому что маг сдох. Пока поконтрольте ее кто-нибудь. Шаманы, покидайте их хекс. Я не знаю. Балтору прохильте. Прохильте, прохильте Вара. Следующий нузл. Звезда. Охренеть.
Меня бернули опять Сириса. Что-то у нас с уроном вообще все печально. Нас много отдох. Мы взяли пробивание. Селиса на фрикасе. Декурс по мне, декурс. Один хил уже. Да я вижу. Просто все сыпется. Сейчас посмотрю, кто кого убил. ШП, Хант, Мак, Лок. Ложись, ложись. Локер стреляет всех. О, а уйдешь куда? Зайдите сдохните. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Рыбку став. Лишь победив их, вы заслужите. Кушайте на здоровье. Не хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. А Белл не дали, что ли, на Ханта? Позволь моим чемпионам. Лол, я же вроде сказал, под Беллом убивается Хант. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Ладно, я про нонш. Сейчас посмотрим состав. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Давай. Так, я тут. Можно небольшое изменение внести? У нас тут изменение состава кастерского. У них, я вижу. Я вижу. Сейчас попроще будет. Ну, если мы опять оставим Лока на маге, то мы не будет полегче. Мы Лока, мы мага этот шипанем. А, то есть мы играем череп, потом ромбик, да? Да. О, отлично. Тогда все отлично. Череп, ром, потом... Сова ширяется, правильно? Да, сова ширяется, но не банится. Ну вот. Так, у нас тогда по звезде это хекс от мага. Маг, понял? Теперь звезду контролишь. Сирису у нас ширяем, и Рога посидит ей на, у нее на костах у ромбика. Не надо. Зачем? Посади,
Посади лучше Рогу на Холипа, на Вилану. Пусть он кикает косты максимально, чтобы у нас был минимальный прохил по противнику. А Сирисе, ну, как бы любой варвун, нет, ну, не вар, ладно, тот же самый Аласт или Микосик, они могут просто, когда она жаркое пламя кастанет, в нее ресвич, сбить ей касты, все, и до свидания. Или даже так, просто хорошо. Притяжку в нее дать. Хорошо, да. Это сработает. Так, Рога, минимум. Вилану возьми в таргет, запомни ее, будешь все время кикать ей косты. Просто тупо не слезаешь с нее. Кикай только единственное, минимум. Кикай только свет небес. Вспышку не кикай, она минимальный прохил дает. Только свет небес. Так, поэтому понятно. Дальше. Обязательно цель нужно диспелить. Там есть все прист. Там ДЦ. Он вешает ходки и щиты, все такое. И масс диспел, пожалуйста, сразу кастуйте. Потому что они дадут БЛ, и его, ну, как бы надо диспелить. По танкам цели те же самые остаются. Те же самые, единственное, снова танк, который... оставь один таунт, пожалуйста, поможет мне с акулом. Сделаем два раунда, потому что акул стоит с левой стороны. Я туда в кучу влечу, сдам им масфир, а ты с меня забери этого акула, чтобы он в твою сторону пошел. Я в него напрыгну и заберу его потом. DSX, а то сколько вот ты вешаешь на собаку бан? Сколько по времени он висит? Он херню висит там. Да, 5-6 секунд. Смысла, в принципе, нет. Так, а плюшевые коти тут? Здесь? Смерч тоже будет 5 секунд. Просто тут корни покидать. Корни будем поэтому покидать, да и все. Корни 10 секунд, этого достаточно. Там под Беллом умрет Хан, и вам останется просто одного локовского пэта поконтролить. Он там будет убегать от престов в фирах и так далее. Там в этом плане будет все окей. По контролю понятно. Луну фиряет у нас. Кто фирял Луну? Ромбик фиряет, кто фирял Ромбик. По звезде контроль Хекс. Мак, твоя задача выжить. Ты должен все время держать хекс на этом, на нузле. Прожимай там инвизы, блоки, всю эту херню. Ну, чтоб ты жил. Дайте по нему СС, заюш, дай СС по магу. DSX, дай СС по когтям попе. Вжух, есть у тебя СС? Угу. Дай плюшевый коть. А у меня не показывает СС. Один момент. Just name. Есть СС? Я дал по... Сейчас скажу пока. Когтем попе. По попе. Окей. Ладно. Холлипал. Сиори. Mm. Вот сюда вот видишь, где Валтору стоит? Вот сюда встань. Стой здесь весь бой. Дай частицу на любого из танков, лучше кидай на основу танка. Вот, и хилишь просто по себе. То есть не надо к нам подходить, подхиливать. Просто стой вот здесь, вот и нахиливай себя. Ну, меня запомнился в прошлый раз лок. Выпьешь, понял, Фил? Окей. Дальше момент. РДД, милики. Все идите на левую сторону. Стоите вы не на песке. Не вот здесь вот, не на песке, блядь, а вот здесь на деревяшках, вплотную к стеночке стойте. Особенно всякие ватные РДД, вот сюда никто у нас не выходит. Если цель ваша далеко, в которую вы должны свитчиться, ждите, вам эту цель притянут. У вас есть ДК, который может дать притяжку. Не надо выбегать в центр зала, вот сюда такие мы герои, блядь, сейчас я сюда зайду, масфер сдам. Вот так делать не надо. Так, Арче, бафы проверил. Банки перепеть, у кого кончен. Бафы есть. Арче на пул. Танки отсюда начинают. Аласт, грипнешь череп. И с... как только грипнете, сдадите этот БЛ. Хожу во сне. С тебя БЛ. Как только грипнется хант. Все готовы? Сейчас подожди.
Ты готов? Да, я готов. Я сейчас лечу в центр и сдам. Окей, начинай. Кого он притянет? Не, пусть первый тянет. Тяни, я ласт. Сова кастует. Опять блок маг делает в центре зала. Как маг опять сдох? Поверните его. Где ловушки? Вот ледяная должна была быть на вашем Чекс, первом таргете. Диспел, фрусняша. Диспел. ДК побежал в рейд. Маг не в контроле. Не только ДК побежал. Мага Берните когтем. Маг, за контроль мага. Меня фокусят. Сова с магом меня зафокусили. Вары, вопрос на засыпку. Почему я не вижу на основном эти подрезания сухожилиями? Тяжело вынести на панель? Максимальное замедло все должно быть. Следующий кто? После этого бьем лока. Ромб. Я в корнях. Помогите Шаку, он наконец-то его вывести до конца. Не могу, блядь. Близко ребята находятся. О, отлично. Плюшевый рез не Сиори. Он с другой стороны валяется. По нозлу фир покидать. Он там кастует. Звезду законтрольте, фирум. Звезду. Хорошо. Лоуэс, дай монотайт. Прочитайте гимноману, Войд. После ромбика играем в Луну. Она там кастует. Подожди, звездочку, мага. Там маг настреливает. Мага, поферяйте звезду. Так кого бить? Бейте уже мага. Сову тогда ферять. По луне эфир, кастует. Луну, поконтрольте. У нас еще локи есть с фирами. Диспельте мага.
Мальчики, если массфир у вас есть, вон, летите, блядь, в какую-нибудь муну, допустим, сдайте массфир, пусть они разбегутся нахер из толпы. Диспел. Глыбу продиспельте и добейте. Масс диспел. Вон, Вилана там отлично контрится, а Рога у нас мертвый. Рога еще зачем-то из тела встал. Я в фере. Дать. Добейте мага. Микосик, посиди на этом напале. Чтобы не хилю. На Вилане. Звезда это... еще живая до сих пор. Ебать, вы ее колотите, блядь. Минус 8 дд. Давайте, звезда упадет, там луна легко упадет. И все. Снова танк. Тут? Сейчас я заберу, и с меня его забери, я влечу. Помогу ребятам. Таунт. Сейчас до тебя он дойдет. Все, я спокоен. По луне играть. Сел на Вилану, пока кикови и косты. Сферы давайте приста, когда у вас будут. Если гимны на ману откатили, можете подавать их. Коснейм, ты у нас еще живой. Дай косноязычие на Вилану. Липал, который дал. Да, вижу, красавчик. Я пересел на Антаров. А, все отлично, его контрит. Добивайте вон. Сейчас 2 секунды дам на стан. Давайте, луна там вообще писечка у нее осталась прям. Рога убежал. Ничего страшного, Рога там уже нихуя не сделает. Хорошо. Доиграйте. Все, замечательно. По самому давайте, сыграть. Да, давайте шамана. Я также на Вилане посижу сейчас. Плюс Антара, да, вижу. Делаешь все, красавчик. Там как диминишн будет, скажи. Влечу на атмосфер. Уже дал.
Ну а сферы там кастуйте. Чтобы хила не кастовали. Хорошо. А Ласт и Микосик, вы на Самуле кикайте на вашем таргете. Он вообще не должен ничего кастовать. Так он сюда влетел. Я кикаю его. Таргет. Хорошо, хорошо. Это замечательно, что кикаешь. Добивайте самого. Давайте полумесяц. Холи Пауэр, сыграйте сейчас. Я пересел на приста по кику. Ну, Трикси, отойди от этого, от Шакула, ты вот стоишь, блин, получаешь урон в лицо. Он в корнях стоял, ты возле него. Да, устану Иване. Жди. Ты там Шакова держишь, да? Нет, я его не держу сейчас. А кто его там? Я тут... Никто. Подержи, чтобы он не убивал хила. Смотри, вот сюда снова там. Видишь, когда перемещаются ребята ближе там к центру и так далее, ты переводи подальше чуть от них. Ну, убить. Убейте этого. Трусы убейте. А потом все будет. Да, добивайте сведем. Последнего хила и все. У нас остается потом, блин, 3 милика. Один из них рог. Можете потихоньку это. Мне вам уже не нужно, но стою в парке. Дал ему сау, да, замедло. А, попуржите, да? Еще заметно дало. Что? Все, сводим. Последнее
за последнее время это, по-моему, самый длительный бой с чемпионами. Давно такого не было. 15 минут? Не-не. Как-то с пуками минут 20 убивал, да. Все встаньте, пожалуйста, в одну точку. Все в одну точку встаньте. Дизарм дайте, Вару. Я уже дал дизарму. Окей. Все под контролем. Не ферряйте, ничего не делайте, просто заливаем. Ничего, танки, просто... таунты жмут и все. Дэд, с хорошей подробностью. Всем было очень интересно. Танки своих этих себя таунтите, чтобы они рейд не убивали. Рога, скорее всего, это не сработает. То, что ты встал с тела, это... не работает. Рогу бейте. Рогу, квадратик. Все, у Вара уже диминишн на стану. Дэвид дизарм. Дэвид. Дал. Да не, осилим. Да не, попробуем, конечно. Ну, просто есть, конечно... По именам говорить не буду, но есть туповатые люди, которые вообще не понимают, что делать. Да что туповатый, у нас дамага просто не хватит. Ну по урону я смотрю, у нас самый лоу ДПС 5.3. Таких пару типов так. Бывает такое, что валик не убивают? Да не, вальки тоже. А нуб 147, это что, посмотрим. Да не, вальки легче проходят. А, да не, ДПС на вальках не показать. Понимаешь, если на шапаку дохнут, то какой бы ДПС не был. Да тут даже если не дохнут, мы не пройдем по ДПС. Мы попробуем, посмотрим. По пулу. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. А
Где танк шмот? Кто-то видел? Рыбу ставьте, рыба вдавает. Кушай. А у меня уже пальцы аж заболели. Кушайте. Кнопки, блин. Ну да, столько бить. Меня слышно? Да. Слышно. Сейчас буду раздавать себе, блядь, телефону. Мне что-то Wi-Fi мой накрылся. Так. Ю-ю. И снова танк. Останешься в танке? А Ю-Ю половишь эти? Ты уже знаешь, как это делается? Так, я светлую подержу. Снова танк, ты темную подержишь. А Волторус Ю-Ю по эти сферы половит. Так, сейчас захожу. Тут? Ты сферы ловишь? Да, я услышал, услышал. Я и не уходил никуда. Не знаю, сейчас как потянет мобильный нет, конечно, но по идее должен нормально. У меня когда вырубал этот нет, я на мобильный переходил, вообще разницы не чувствуется. У меня просто в квартире небольшая аномалия. У меня везде вот 4G, а вот именно в моей квартире иногда скачет. То есть вроде 4G, но может в любой момент там 3G, как бы. У меня такая же. Там на полминуты. Да, вот. Я же говорю, у меня вот такая аномалия на работе, как бы у меня 4G всегда. Так. Сейчас Фалтору зайдет, а зайдешь без бафов. Почему-то. Без приста бафов. И фласки обновить. У кого кончились. Жук, это твоя фоня звучит уже стрёмно. Не знаю, как ты через нее играл. Так, Рога, где ты? Вот Рога. Все, все тут, РЧ на пол. Так, Ю-Ю, ты ближе к центру ловишь. А, Волтору ты дальше от центра ловишь. Понял? Ты можешь вжаться, а Ю-Ю надо успеть добежать и поменять сферу, если что. Я вот здесь где-то ловлю, где сейчас бегаю, да? Не сзади даже. Ну да, вот сбоку и сзади. Поэтому пути, да, вот так вот защищаешь рейд. Так, все готовы. Даю ДБМ. Ловите только те, которые в рейд летят. Темная воронка, ничего не делает. Прохили, прохили. Ю-Ю, тебе надо будет прожаться. Прожмись что-то. И
просто по две штуки с моей стороны летели, обе в рейд, поэтому ничего не мог поделать. Я чуть не понял. Светлая воронка. Поменяли. Светлая воронка, поменяли цвет. Ю, ты тоже поменял, ждете, пока она закончится. Потом возьмешь. Ой, ты умница. Когтем резни, Ю-Ю. Яката. Быстрее. Переводим, да. Можно резнуть Якату? А, у тебя КД откуда-то? Обоих КД. Забафайте. Играем в крест. Не сбивать. Я сбил. Сейчас, скорее всего, надо будет взять темную. Я сейчас проношу. Взяли темную. Темную взяли, бьем квадрат. Дайте Бэл. Давайте, давайте, давайте. Фух. Переводим. Просто бьем квадрат. Кимноман надо бы. Дайте кимноману, у меня приста. Светлая воронка. Взяли все белую. Все взяли белую. Death God, надо будет прожаться. Дай массакру, перебегаем. Босс, дойди, пожалуйста, ну, ко всем. Все еще.
еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Допустили? Да. Ну хоть танк, что-то танковское упал. Правда, такое говняное? Да, шея такая себе. Ну, это топ на мишку. Да, она и на ДК нормально. Просто у меня на мастерство, поэтому я могу и на этакую поменять. Она неплохая, она броню дает. Да, сейчас посмотрим. Сейчас, если... У нас двое сдохло с самого начала. Ну, просто как не знаю кто. Двое. А, трое. Трое даже сдохло, ты понимаешь? Сейчас тройнем, что будет видно. И у нас еще двое не било. Минус 5 ДД. Да, минус 5 ДД. Сейчас посмотрим. Если люди также будут дохнуть просто ни за что, то, конечно, Ануб не убьется. Если все постараются и все сделают, то Ануб умрет. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. У нас будут тут два танка. Вар и я. Вдвоем потанчим. Так, мне надо два человека, которые умеют сбивать сферы. Мне надо не просто, а надо так, чтобы вовремя сбивали их. Хорошо. Лок, тогда ты в кресте сбиваешь. Еще один человек в квадрате, чтобы позбивал. Вжух, справишься? Давай, давай. Все, вжух, тогда в квадрате. Знаешь, когда, правильно? Ага. Окей. Дальше мы танчим босса здесь же в кресте. Надо разбить под ним сферку. Танчит жуков Валтору. Первого жука мы убиваем. Второго жука кидаем в шаклы. Или попробовать двоих одновременно залить. Хрен его знает. Нет, двоих одновременно вряд ли. Ну, я выдержу и танка, и жука, и босса. Просто надо будет чуть больше прохиливать. Но я не знаю, поможет ли это по ДПСу. Так, ладно. А, значит так, Аласт, тебе надо будет крипать жука. Тот, который будет левее. Вот мы сейчас смотрим на выход. Смотрим на квадрат. Любой жук, который левее всего, его надо загрипать под босс. Любой жук, который правее всего, его нужно законтролить. Войд, шакл с тебя. Да, с двух. Они могут вот с разных сторон выйти. Они могут выйти с одной, и все равно будет какой-то жук левее, какой-то правее. То есть в этом плане все просто. Угу. На первых жуков убиваем первого, забираем второго, я его крипну. А вторых жуков мы просто контролим, будем их на перифазе убивать. Попробуем так. То есть надо будет еще один шакл
Стрикси, пошаклишь второго? У нас шаклов тут. Да, шаклов много, я просто, чтобы люди понимали, что это надо делать. Дальше. На перефазе. Я буду за 10, за 5 секунд от зарывания отводить его туда, вот в ту сторону. Туда я буду выводить его. Подальше. Задача рейда — убить жуков, оставшихся. Их затанчит вар по очереди. И задача рейда, на ком висит череп, шипы, за кем идут, надо будет убежать в крест. Следующий человек, на ком будут шипы, тоже надо будет покайтить в квадрат. И так вот все время, крест-квадрат. Люди, которые назначены на шары, ваша задача, чтобы в каждой метке лежало два шара, но не больше. Люди, которые кайтят череп, вам нужно бежать не через рейд. И можете кайтить, прожимать ботинки. Вам могут дать буб. У нас три паладина есть. То есть как можно дольше его водить. В принципе, понятно. Должны снять без Белла 19%. Марче. Все под жопу боссу сошли. Даю ДБМ-пул. И опустите над боссом сразу сферку, как появится. Рога, если что, насчет токенов, я писал в начале рейда, что роль у на анхолика. Это место станет вашей могилой. Я пока не могу прочитать это заклинание. А сферка есть? Я не вижу. Разбивается. Прям над боссом. Вон, под жопой. Сейчас уведу, разверну. Жука подбил. Собрал подбил. Этого моба. Играйте. Здорово. Ласт. Ты только забери. Приготовьте шаклить. Там скоро жуки. Вышли жуки. Шаклы, шаклы, шаклы раздали. Так, я повел. Доливайте. На ком метка бежит в квадрат. Там будут сферы лежать. Все, он сломал. Понятно. Интересно. Он законтрил, все нормально. Вот лужа у нас лежит. Разбейте еще лужу в крест. Гуэм нет, я уже думал на ДД сломался. Это отвратительная лужа. Заливайте жучков маленьких. Они останутся, они замедляются, а уешься. По шипам не бегайте никто. Беги, малышка, беги! Хорошо. Потеряем. Сводит мелочь. Ну, плюшев. На ком мелочь? Вы под жопу. Вара не меня, в смысле, Микосик. Забери. Я забрал. Сейчас. Я вот тоже в этот же момент таун сдал. Угу. Плюшевый КД, я понял. А в кого он его отдал? Когтем резнее Силсана. Плюшевый отдал в этого, в Микосик. Угу. Без команд. Второго жука. Второго притяните, пожалуйста. Волна выходит контр.
Мне не показывает закап. Уводи, уводи, уводи. Уже секунд. Надо, по-моему. 7 секунд. Играйте в жука. 5 секунд. Обновили доты, доты не тикают под землей. По-моему. Поэтому жука просто сыграйте и все. Нормально, далеко убил. Обновить. Я забрал. В квадрате еще одну сферу нужно. Есть комп Юви. Угу, спасибо. Скоробеев играть. Замедляйте их максимально. На закупке. Жух, прохильте. Жуками под босс. Вышли жуки. Дальнего за контроль. Сорвите шаклы. Приведите сюда моба. Тянем. Давайте, давайте, приведите, введите. Хорошо. Новые шаклы, шаклы, шаклы. Быстренько. Хорошо. И дальним. Идеально. Уводи. Увожу. Как раз стан был. Максимально убил. Вторые шаклы срывайте. А вот и гости заявились, как и обещал. Ой-ой, сферу не это. В кресте еще одну сферу, но не в эти. Подождите, пока она улетит. Тут две сферы в одной валяются. Провал. Минус две сферы. А нет, смотри, осталось. Жуков замедляем, кайтим. Жух валяется. Надо, чтобы в квадрате кто-то пробивал сферы. Там Ханку справляется, я надеюсь. Сейчас ставлю босса и БЛ сделаю. Можете уже давать. Жука дальнего приконтролить. Больше жуков в контроле сейчас. Да, пусть я двое. Не... Там еще у нас есть присты. Играйте чисто босса. Один контроль сбили. Забирай, но играйте в босс. Пусть... Забрал, забрал, держу. Пусть на тебе будет. Присты, кто следующий. Не шаклит. Сейчас надо будет зашаклить двух жуков. У кого еще шаклы свободные? Вышли на ушки. Еще так, одну. Супер. Доигрываем, доигрываем. По боссу играйте, туннельте, я подержу этого. Сняли стамину. Стамину все сняли. Баф стамины сняли. Прохил танк.
Дебафы надо прохиливать. А вам варчики раскол бить. А там 11. Шакла не втыкать и обновить. Жмите кнопки. Максимально. Прохил, прохил. Метки прохильте. Не держите весь рейд на рейд весь. Почему? Не надо. Надо держать только метки. И все. Метки слетели. Только пофиг. Метки? Жук, только жук, метки жук, и танки. Жуки, дайте шаклы обновить. Вот этого фир дай. Супер. Пятнадцать процентов. Жмите. У нас еще 40 секунд. Ну, у него берста позже. У нас 40 секунд еще. Обновите контроль. Только метки хилит. Босс тоже хилится. Только метки. Забить на весь рейд. Только метки. Не хилить рейд вообще. Только метки хилим. Берса. Чуть-чуть не успели. Валя. Ну шо, посмотрели? Ну, по сути, у нас сейчас два трупа было. Ну да. А что у этих трупов по ДПС? Ну, Дазу он обычно нормально давал. Дазу? Точнее, 6 с половой. Он дал 1,8. Так бы он дал где-то 5 лямов точно дал бы. Ну, 4, хорошо. То вот тебе один урон. Сейчас убьем, главное, чтобы все выжили. СС-ы, пожалуйста, раскидайте. Мне надо СС на Сиоре. Заюш, дай ты СС на Сиоре. А чё вы даете? У кого не КД, Локи? У Вжуха не КД. Вжух. Тогда ты дашь... По когтям. На самом деле поначалу оверхилл шел. Just name, дашь плюшевый. DSXC, дашь SS по... Кто у нас там вздыхал? Давайте хоть посмотрим. Я не знаю, кому давать его. Он по мне. По тебе не давали еще? Ну, по Сиоре дай. У него же КДО заюш. А, DSX дай по Сиоре. Так, смотрите, хилы. Еще раз объясняю. Вы хилите на ласт фазе только цели с меточками. И держите их не больше 30%. 30% есть, убрали руки от клавиатуры, никто никого не хилит. Меточка с 30% начинает проседать больше. Прохилили ее, все. Остальное рейд хилить не надо. Только метки. И ну и танка, конечно. Прошу прощения, включите кто-то стрим в Дискорде. Два ляма оставили, Тоха. Я слышал, хочу видеть на его. Окей. Я на Твиче могу запустить. Долго, у меня осталось 4 минуты. Так, вроде запустил. Проверяем бафы. Поешьте. Еда стоит. Халявная. Фласки выпить. Это ваш ДПС. А нуб должен умереть. А, еще Широву где-то на половине боя выкинуло. Угу.
Нет, понимание у людей есть, что и как делать. Поэтому все должен босс умирать. Микотику поешь? Это фласку жру давал. И ждал, пока поедят. Все, поели. Бафы есть, бафы есть. Окей. Арче на пул. Все готовы. Даю ДБМ пул. Сверху разбить. Разбонных как они сбушат? Обновляйте там между делом. Далеко шаклишь. Да, подпускай чуть ближе. Чуть-чуть, чтобы можно было это... Грип. Сразу грипну, да. Жуки через 3 секунды. Я на себя забрал. Добей того, и этого заберешь. Нормально, нормально, я вжался оба нам. Окей. Я повел в жука играть. Почти. В квадрате почему нет сфер? Побежал, они через эту лужу. Бля, ну... Но... Нормально, нормально. Вот это поворот. Исправил. Водитель КамАЗа просто. Поворот не туда, нет. Туда, туда. В кресте еще лужу надо. Дал стан моба добивать. Нормально. Мобчиков залейте только. Аккуратно, разбежались оттуда, ребят. Вот это хреновая биосфера. Надо еще одну в кресте, значит, разлить. Вот эту разлить. Побежал, побежал. Боб есть. Хорошо. Не бегайте друг следом с другом. В кресте сферка вот над крестом. С мелким трэшем подведите под босса, пожалуйста. Разбейте сферку. Сверху добейте сюда. Все отлично. Играть начали. По-моему, моб даже еще не в мелизоне. Так, когтем дай ДЦшки Эйнер. Новые жуки скоро. Тяни. Забрал. Новых законтрите? Да уже. У меня тут просто жопа, а нуба я не увидел. Сколько там? Увожу? Да-да-да, уводи. Уводи, уводи, уводи. Сейчас закопается. У тебя тайминг не работает, да? Он сбивается. Я понял, окей, я тебе буду говорить тогда. Ну я вроде нормально увел. Да, сейчас нормально. Вот это зря. Ладно, сейчас заберу второго. Второй на мне. Угу.
Спасибо. Жуков удаливать. Жух! Дать ему боб. Есть боб по вжуху. Когда? Дать ему боб кто-нибудь. О, есть боб. Беги, беги, вжух, беги на лужу. Куда ты бежишь? Ух. Вот это стал. Хорош. Вот это просто на скеле. Он как-то меньше стал в шипах проводить. Элас. Ладно, твой следующий путь. Сейчас лучше идем намного. Я на следующем был. Угу. Ты сказал, лучше идем, и они вот они как вторые выходят, они еще первого никак не добили. Жуков, Жуков, Жуков. Жуков, вот законтрольте. Фероните его, палы. Фероните жука. Ладно, я его забрал вот этого в меню. Нам нужно. Повел? Да, Вадим. В жука доиграть, и Алла снова надо будет притянуть. Не успел далеко вести. Если шо, в ту лужу в дальнюю положишь. Там вон лужа. Веду. Я нового собью. Вот на новой луже. Черри побежал. Стой, Бобби. Череп. А, ну. Только не провтыкай, когда там боб кончится. Пиздец, у меня жуки стакают. Пизда, 17 стаков. Ну так, ну ты тогда это, с ними так не возись. А что мне с ними делать? Убивать. Охуеть, спасибо, чувак. Это поворот. Был. Жуков всех за контроль. Этого. Да, этого я забрал. Окей. Надо, ну, свободное ШП, надо будет законтролить следующих. Вот скоробеи на ком-то стоят, жрут, блядь, доведи ты их. Че вы это? Стамину сняли. Хилим только метки. Только метки хилим, остальной рейд нет. Метки, вот по 20 стаков их надо хилить. Который от мобчиков. Сил сам без метки фуловый стоит. Зачем вы его хилить? Что у Ешка его цепляют рули. Милу Валтору прохилить. Боза, Аласт. Заюшу, Джосней, Плюшевый. Новые метки. Остальной рейд без меток, не хильте, не кидайте ни на них ход. Ничего с ними не делать. Только на лоу хп. Гимнамку нужен. Дайте гимнаман. Да, сами видите, снимайте ходки. Лишние. Когтем по попе, Войд и Заюш. Остальных не хилить.
Хилы убрали лапки от клавиатуры, вообще никого не. Просто не хильте сейчас никого. Потеряем там 5-6, но сейчас босс будет убит. Не хилить. Всем спасибо. Поздравляю вас. Угу. Просто не умирать. Так, разролим сначала сферы 11 минут. Ой, господи, сферы, трофей. Мы в числе избранных. Роли только те, кто реально будут его одевать и улучшать. Кто выиграл, он показывает мне в трейд Т9, который он улучшит. Из рейда человек 23, наверное, хотят его одевать. 14, 15. Ну да, нахуй вам Т4, все в Т9 будут ходить. Нет, я понимаю, плюшевый коть. Он будет 100%. Давай обмен. Насчет Дазла я могу объяснить. Он сейчас в Армсе бегает. А Армсу до Т10 это комплект 2Т4, 2Т9. Угу. Так, дальше. Как все, было. У меня тут еще 10 минут. Ботинки. Ботиночки суровой зимы. Крит дух. Больше никому. Обмен. Следующий. Пояс. Крит МП5. Этого босса забери лут. Заберу. Поезд, строливает, always. Больше никто, никому не нужен был.